Seismus Makita 2012 N B. Поверхность гладкая, даже шлифовать не надо. Ой, снимаю я с готовой такой доски, снимаю снизу, чтобы в одну толщину вышла, поверхность обновилась, и сверху доска бэушная такая, уже зашморганная троху, так почищу, чтобы была красивая подлак. Но станок чистит хорошо, гладко. Единственное, что ролики видно, забиваются смолой каучуковые там. И тянуть толком не хочет. 2 мм снимаю, ширина 13 сантиметров. Снимаю 2 мм и тянуть не хочет. Ролики каучуковые на этих станках — это фигня полная. Какая возможность, надо делать алюминиевые, скорее всего. С этой стороны принимающий. По-любому надо менять на алюминиевый с просечкой. То, что не хочет тянуть, и все. Из-за того, что не тянет, такие вот остаются полосы, когда подталкиваешь. Видно. Сейчас прострогаю еще одну сторону. Это будет внутрь сторона, а вот это лицевая. Сразу снял плоскость с этой стороны, с внутренней, чтобы прилегала. А лицевую потом еще сниму. Была толщина 25, сейчас 23. И сверху еще сантиметр, миллиметра 3 сниму. 3-2. Хочу потоньше сделать доску. То, что 25. Так, снутри. Это в этом вот коридорчике. Я тут хочу сделать ванную, душевую, то стенки делаю деревянные, покрыю их лаком, обработаю, чтобы влагу не впитывали, и все. Внутри утеплил пенопласт. Пятерка сплошная на этом блоке. Потом стойки сделанные деревянные, пятерка, и еще между пятеркой пенопласт, между стойками этими. Получается 10 сантиметров пенопласта, 5 сплошного, 5 прерывая дерево, стойки. И будет еще 2 сантиметра обшивка деревянная, чтобы пенопласт защищенный был. Ну и не испарался, так что вредный он. Ладно. Так что этот станок. Хорошо строгать мелочи хуй. Ну уже такую доску, особенно сосновую, не тянет то, что ролик забивается смолой. Если берется, так надо менять на алюминиевый. Ну я не буду, конечно, это надо токарить, а мне, чтобы точно сделать ролик, не на чем. Только что к токару, если найду, так сделать можно. Но это надо болванку алюминиевую вылить хорошую. Ладно, буду заканчивать. Кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, до свидания.